Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Все, что вы ищете о знаменитых турках, есть на моем канале. Ханде Эрчел, одно из самых популярных имен в журнальном мире, стоит на повестке дня благодаря роли в сериале «Бамбашка Бири», одном из ее последних проектов. После начала проекта его работа стала предметом критики. Однако большую поддержку Ханде Эрчел в этот трудный период оказала известная актриса Бергузар Карель. Согласно последним новостям в прессе, Бергузар Карель приняла меры, чтобы поддержать Ханде Эрчел в ее выступлении в сериале «Бамбашка Бири». В интервью Карель высоко оценил талант Эрчела и его вклад в проект. Карел сказала: «Ханде Эрчел – очень опытная актриса, несмотря на свой юный возраст. Для меня было большим удовольствием работать с ней. Я была очень впечатлена, когда увидела ее игру в сериале «Бамбашка Бири». У нее большой потенциал, и я думаю, у нее будущее. Вы проделали большую работу в этом проекте». Это послание поддержки нашло широкий резонанс в журнальном мире и смягчило критику в адрес Ханде Эрчел. Искренние слова Карела также показали, насколько крепка дружба между двумя актерами. Персонаж, которого Эрчел играет в сериале «Бамбашка Бири», который представлен публике как «Преступление и действие», рассказывает о попытках молодого прокурора найти баланс между своей карьерой и личной жизнью. У сериала есть все шансы стать одним из самых просматриваемых фильмов на турецком телевидении. Хотя Ханде Эрчел, кажется, восстановила свою мотивацию благодаря поддерживающему посланию Бергузар Карель, публика верит, что ее выступление будет еще ярче. Поддерживающая позиция Карела еще раз подчеркивает важность солидарности между действующими лицами в журнальном мире. Похоже, долгожданные новости о будущем сериала и игре Ханде Эрчел по-прежнему будут одной из самых обсуждаемых тем среди любителей журналов и поклонников сериала. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Все, что вы ищете о знаменитых турках, есть на моем канале. Ханде Эрчел, одно из самых популярных имен в журнальном мире, стоит на повестке дня благодаря роли в сериале «Бамбашка Бири», одном из ее последних проектов. После начала проекта его работа стала предметом критики. Однако большую поддержку Ханде Эрчел в этот трудный период оказала известная актриса Бергузар Карель. Согласно последним новостям в прессе, Бергузар Карель приняла меры, чтобы поддержать Ханде Эрчел в ее выступлении в сериале «Бамбашка Бири». В интервью Карель высоко оценил талант Эрчела и его вклад в проект. Карель сказала: «Ханде Эрчел – очень опытная актриса, несмотря на свой юный возраст. Для меня было большим удовольствием работать с ней. Я была очень впечатлена, когда увидела ее игру в сериале «Бамбашка Бири». У нее большой потенциал, и я думаю, у нее будущее. Вы проделали большую работу в этом проекте». Это послание поддержки нашло широкий резонанс в журнальном мире и смягчило критику в адрес Ханде Эрчел. Искренние слова Карела также показали, насколько крепка дружба между двумя актерами. Персонаж, которого Эрчел играет в сериале «Бамбашка Бири», который представлен публике как «Преступление и действие», рассказывает о попытках молодого прокурора найти баланс между своей карьерой и личной жизнью. У сериала есть все шансы стать одним из самых просматриваемых фильмов на турецком телевидении. Хотя Ханде Эрчел, кажется, восстановила свою мотивацию благодаря поддерживающему посланию Бергузар Карель, публика верит, что ее выступление будет еще ярче. Поддерживающая позиция Карела еще раз подчеркивает важность солидарности между действующими лицами в журнальном мире.
Похоже, долгожданные новости о будущем сериала и игре Ханде Эрчел по-прежнему будут одной из самых обсуждаемых тем среди любителей журналов и поклонников сериала. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.